прошлый трип с братом мы опускались в веер. Веер времен, пространств. То есть такая штука, которая как веер. И через эту штуку, так называемый веер, да, можно пройти во временные как бы моменты в любые. Хоть вправо, хоть влево, хоть назад, хоть вперед. И здесь я попал во временной промежуток в будущем. И я его проживал. Несколько вариантов, да, пока не принял там правильное решение. А мне его зациклили. Пока не принял правильное решение. То есть здесь, например, у меня какая штука получилась. То есть у меня сейчас, после того, как мы с братом увидели вот этот веер времен, появилась, похоже, такая возможность просматривать будущее или прошлое, моменты, которые тебя интересуют. И опять это удивляет, капец. Каждый раз меня это удивляет. Я такой еще эмоциональный немножко, да, в плане того, что я удивляюсь сильно. И здесь, ну, вроде бы, посиди да подожди, когда тебя, это нахлобучит. Ой, не могу сидеть. Мне хочется вещать, смотреть, там еще что-то. Блин, надо успокаиваться. А мне хочется об этом рассказывать. Ты еще сам как бы не понял, что произошло, но тебе все равно, блин, уже хочется рассказать об этом. Вот. И здесь я просто... Мне показали, что у тебя есть несколько вариантов. И такое ощущение, что вариантов-то не было. Потому что если я принимаю неправильное решение, зацикленность продолжается. Но потом, как эврику, я такой понимаю, о, надо было мне это сделать. И я такой, о, зацикленность прекращается. То есть, это было связано с принятием решений. Правильных или неправильных. И если я неправильно принимал решение, меня зацикливали и обратно кидали в тот момент, в который я принимал решение. По сути, я как бы не имел права даже принимать неправильное решение. Неправильное решение. А я мог его принять. Неправильное решение. И тут тебе берут его еще и показывают. Это решение неправильное, да? Тебе его еще и зацикливают. Показывают. Ну, жесть, конечно. Ну, ничего такого, конечно. Просто это... Удивительно для меня каждый раз. Для меня каждый раз это, о, жесть. Ну, просто удивительно. Ты наблюдаешь определенные вещи. Я понял, что в трипе, да, я могу сейчас путешествовать после того, как брат вот провел там эти времена, эти веер увидел времен. И я понял, что сейчас я могу двигаться по времени во все стороны. Прошлое и будущее, то есть, по сути. Ну да, кстати, прошлое и будущее. Потому что в трипе с братом я увидел прошлое, и я его создал, скорректировал в прошлом.
настоящим, да? А здесь, наоборот, мне было показано будущее, которое можно было несколько вариантов прожить, но как будто вариантов у тебя не было. Потому что когда ты его проживал неправильно, тебя зацикливали на этой картинке. На именно неправильной картинке. То есть ты не понимаешь, что надо сделать. То есть не то, что не понимаешь, ты когда делаешь неправильно, ибо пока до тебя не дойдет, как осознание, как истина, да, ты эту картинку будешь проживать. Самое, что интересное, главная цель – это счастье человека. Счастье. Ну, такая вот хрень, короче. Вот. То, что жесть, да? Ну, говорю, меня все время это удивляет. Просто меня это удивляет. Каждый раз будет, блин, удивлять. Вот. Ну, нормально. Вот они, 15 грамм. Не, точно. Человека проводить надо 5 грамм. Ты, конечно, подключишься вообще. Ты, блин, тотально подключаешься в состояние Творца. Да, ты, конечно, вливаешься в него, ты реально покажешь и выдернешь оттуда человека, но ты тоже трансцендентный опыт получишь, и ты что-то новое опять оттуда выдернешь. Вот.